Наврузов. Я артист цирка, родом с Азербайджана, представляю Россию. Мой главный секрет – это невероятная харизма и артистизм. Я обладаю способностью супербаланса. Есть очень старый жанр эквилибрного или настоящей лестницы. У лестницы две точки опоры. Принцип как ходьба на ходулях. Зритель даже не ощущает что-то сложное. В Пекине я поставил мировой рекорд. Я простоял на 6-метровой лестнице больше 7 минут. И до сих пор этот рекорд не перебит никем. Your final total was 7 minutes and 15 seconds, smashing a brand new Guinness World Record title. Congratulations! Сегодня я вам покажу самое лучшее шоу в мире.